И взлетаю! Взлетел! Жесткость, братан! Ну-ка, давай, погнал, погнал! И... Да ну не попадешь! Лови! Попал! Прямое попадание, бро! Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Овермал, и сегодня у нас будет РПГ против машин в игрушке под названием Брикрикс! Всем здорово, чуваки! В общем, ребята, чем мы сегодня будем заниматься? Как я уже сказал, у нас будет РПГ против машин. Смотрите, вот Мал, друзья, сейчас сидит в тачке. Я буду, ребята, стоять с РПГ вот на этой платформе. И у нас есть много рамп, ребята. Задача Мала подлететь, а моя задача, пока он в полете, друзья, попробовать его подбить с помощью РПГ, друзья. Вот это, конечно, будет мега прикольно. Ну и потом мы будем меняться. Предлагаю, Мал, по три раза вообще с тобой, получается, подлетать. Три раза подлетаешь ты, три раза подлетаешь я, а потом давай, мы с тобой давай. Как бы будем менять машинку. Ну что ж, ребята, мы все готовы. Надеюсь, что вы тоже, друзья, готовы. Уже поставили лайк, Мал уже разгоняется. Да, и я сейчас буду я по нему стрелять. Только не попади. Попал! Только не попади. С первого раза, бро, с первого раза я попал. 1-0, Мал. Будем считать, кто в конце у нас победит. 1-0. Давай, можешь отлетать опять. Сделай разгончик побольше, братан. Как-нибудь хорошо, посильнее хорошо. Разгонись там, да, потому что это было изи. И ты также можешь, Мал, летать по разным рампам. У нас здесь их много, братан. Даже сколько? 4 штуки, бро. Так что можешь выбирать любую окей, разгоняться давай. И лететь. И ты выбрал маленькую, да? Я еще и попал, бро. Нифига, да, тачка сломалась, но это как бы не засчитываем никому, да, потому что, блин, это было реально просто неожиданно. Ты подлетел, и просто у тебя тачка разломалась. Давай, я, короче, опять готов, братан, буду стрелять по тебе. Все, ты там разогнался? Окей, я уже нифига еду. У тебя скорость. Нифига у тебя расстояние для разгона, братан, просто огромное. Да, так, по ближней раз... Ой. Все, я понял, братан, летай, короче, тогда по самой большой, иначе у нас вообще с тобой ничего не получится, братан. Все, фух, я приготовился. Ой, я целиться. Так, друзья, на самом деле это невероятно сложно попадать в полете по тачке, ребят, когда она вот так... Мам, ну чё ты прикалываешься, что ли? Едь ровно, вообще не поворачивай. Очень сложно. Выравнивайся как бы сразу, да, и вообще не поворачивай, братан. Едь сразу прямо, да, на рампу, прям вот смотри на нее и едь. И ты по какой, по маленькой, ты сейчас опять разорвешься, мне кажется. А, нет. Не. Бам. Не попал! А все, не попал! Нифига это сложно было, ё-моё! Ладно, давай, короче, махнемся. В общем, один раз я по тебе попал. Выпрыгивай давай. С тачки, занимай позицию на заборчике, где я стоял. Ты окей, готов? Все, давай, я разгоняюсь, да. Бро, я разгоняюсь уже, ребята! 100 км в час, 130, 170! И я поехал, и взлетел! Сальто! Все, не попал, по-моему. Не попал, Мал, не попал. Я даже не видел вообще, чтобы ты выстреливал, братан. Это было изи, бро. Это было реально... Да, прикинь, как я попал, да, с первого раза вообще. Первый мой выстрел был по тебе, я попал. Не повезло, а я мастер, бро. Ладно, на самом деле, может, повезло. Так, ну что, ты готов, братан? Давай, прыгай. Все, готов. Я поехал. Все, стартуем, друзья. Поехали. Мал, 107, 180, 200 км в час, 250, и я взлетел... Я хотел сказать, что я взлетел уже, хотел там, что я типа крутой, но не взлетел. Ладно, Мал, короче, я поехал, все, смотри, бро, сразу прям. Давай, я разгоняюсь, сейчас буду по большой, братан, лететь, если что, я тебя предупреждаю, просто лечу по большой. Так, ты стреляй, когда я в полете, братан. Оп, и... Ай, не попал, не попал, Мал, не попал. Бам, я даже приземлился ровно, бро. Ну давай, я, короче... А сейчас попал? Нет, братан, не попал. Давай, короче, я сейчас еще разочек по большой полечу. Попробуй по мне попасть, бро. Так, Мал, я разгоняюсь. Так, позже у меня менюшка вылезла. Так, поехал. И вылетел. Буквально, да, передо мной. Жесть вообще, буквально прям передо мной. Ну, можешь убивать меня, бро. Можешь убивать, вот он, я... Мал, ну чё ты вообще как-то странно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, ребятки, давайте, мы заспавнили новенькую машинку и смотрите, что это за жук? Это у нас баги, братан, это баги, реально невероятно классная тачка. Ну давай. На таракана похож. Да, похож на таракана. Я, короче, первый вот буду подпрыгивать, Мал, а ты по мне стреляй. Короче, реально тачка классная, друзья, интересно, как она разгоняется, как она подлетает. Все, Мал, ты готов? Я готов. И она ж прям у нее из выхлопа огонь, ребята, прям огонь из выхлопа. Но я разгоняюсь. А, все, у нее лимит 100 км в час, бро. Ну,
пока я доеду, пока... Не, ну подлетает нормально, вау! Нифига себе, друзья, ну, подлетает так жестко! Не стреляется мало, а не попадается на самом деле. Да, я прям видел, как ты стрелял, практически попал. Кстати, ну-ка, интересно, ребят, давай, мало, я сейчас на самой маленькой попробую подлететь. Тут все равно как бы скорость уже не важна. Давай. Можно отсюда как бы начинать. Все, я поехал. Смотри, по самой маленькой, братан, еду. Так, давай. Вот она и соточка уже разогнался. И, бро, сейчас буду подлетать. Сейчас буду подлетать, братан. Подлетел! Вау! Нифига себе! Вот это да, бро! Вот это жестко, реально. Так, давай смотри, сейчас по самой ближней к тебе, братан, буду подлетать. Погнали! Интересно, сейчас мало попадет или нет по мне, по самой ближней. Вы, кстати, ребят, считайте на счет, кто сколько раз там попал, кто как бы побеждает, кто нет, а то мы с малым уже сбываем. Так, я поехал, бро, вот еду соточку, сейчас буду взлетать. И взлетаю! Взлетел! Жесткать, братан! Это просто невероятно жестко. Я смотрю, ты уже научился, да, братан, попадать, короче? Я смотрю, ты уже понял. Ну и давай, мал, короче, я сейчас попробую по самой дальней. Короче, все, я разогнался. А вот это посложнее уже. Да, ну, по самой дальней, ребята, поехали. И взлетел! Бам! Не попал! Но было близко, бро, реально было очень близко. Я готов, давай, можешь, короче, выезжать, разгоняться. И все, ребята, сейчас будем стараться. Ты какой, по центральной есть, по самой большой, бро? Да, по маленькой, по маленькой. А, по маленькой, по маленькому. Бам! А, не попал! Это, кстати, было близко, да, но не попал. Бам, Надя. И сейчас не попал, что? Ну-ка, ребята, ну-ка. Я уже прям мчу. Ну-ка, вот он. Так ты меня обманул, бро, ты по какой вообще едешь? По самой ближней к тебе. Так ты вообще, так ты не вылетел, бро. А, понятно, ребят, у нас, короче, пинг. Все, нам надо перезайти, ребят, потому что пингует мал. Ты у меня вообще не вылетал. Ладненько, ребят, давайте мы сейчас пересоздадим и продолжаем. Итак, ребята, в общем, мы перезашли. Я надеюсь, что сейчас все будет нормально, потому что вы сами видели, мал вообще как бы не подлетал, ничего не делал. А сейчас ты, мал, подлетаешь или что? А чё так криво, бро? Почему ты неровно на рампу заехал? Чё за прикол? Нет, опять, походу, у нас рассинхрон, ребят, походу, пинг. Все, давай, братан, давай, я жду. И вот он, опять ты, мал, короче, не, ты по дальней есть или куда? Вылетаешь? Я по центральной, потом большой, смотрите. Я уже вылетел. Ага, понятно. Найс вылетел, я ребят. Я уже летаю. Да, Найс вылетел. Ты, о, просто телепортнулся ты у меня, бро. Ё-моё, вот это лаги, капец, ребят. В общем, друзья, мы, наверное, минут 15 сейчас с Малом разбирались, в чем же проблема. Оказывается, ребят, если Мал разгоняется слишком далеко, ставит свою машину, то у нас начинаются лаги, вот. А если он как бы недалеко разгоняется, тогда у нас как бы все нормально. Так что, Мал, давай, отлетай. Да. Братан, и сейчас будем пробовать по тебе стрелять. Все, вот оттуда можешь, в принципе, разгоняться, братан. И во, вот сейчас ты у меня нормально вылетел. Я попал, бро. Я попал. У меня я попал, да. У меня я попал, братан. У меня я попал. Ну вот, будут небольшие рассинхрончики, но потом посмотришь. Самое главное, что у меня теперь ты нормально вылетаешь, братан. И я уже могу по тебе стрелять. Окей. Бам! О, найс, бро! В смысле не попал? Я тебе говорю, потом видос посмотришь, бро, я попадаю. Уже 2 из 2 попадания. Давай, мал, оп, на маленькой. И... Ебуху, врет мне на глаза. Нифига, ребят. Последний контрольный вылет твой, братан. И потом поменяем тачку, добавим какую-нибудь другую. И поехал, и... Не попадешь. Оу, да как? Вот, смотрите, ребят, летят у него детальки, мал, я попадаю по тебе, я не знаю, почему у тебя этого не отображается. Ладненько, друзья, давайте мы сейчас добавим новую машинку и продолжим летать. В общем, друзья, мы добавили вот такую вот машинку, это просто какой-то мини-монстр на колесах, друзья, компактная машина на огромнейших колесах, выглядит это просто нереально круто. Ну чё, мал, ты готов стрелять по мне, братан? Да, все, я готов, давай, разгоняться, побежай. Смотри, я еду по самой большой, братан. Я уже вылетаю практически. Да тебе уже хана. Вылетел! О, попал! Хорош! Кстати, вот когда ты по мне стреляешь, почему-то, братан, рассинхрона нет, и все нормально. А когда я стреляю по тебе, у нас что-то просто брик-рик сломается, ребят, да, исходит сама. Смотри, мал, лечу по самой ближней к тебе. Давай, вот сейчас давай, вот я разгоняюсь, ребятки. И погнал.
И вылетел! Фшу! Не попал, бро! Ну я еще лечу, может, успеешь? Нет! Не успел. Ну, это уже вдогоночку, да? Это просто уже так. Такой поощрительный приз, можно так сказать. Ладно, смотри, Мал, по самой дальней от тебя, короче, я сейчас полечу. Че ты там начал стрелять раньше времени, братан? Во-во, вылетаю, бро, вылетел! Бам! Да, тот же задние колеса мне отбил. Ну, ладненько, ребят, давайте поменяемся. Все, Мал, прыгай за эту тачку. Что ты сделал, бро? Почему ты меня откинул? Я просто не сел. Давай, можешь, короче, разгоняться уже. Я сейчас буду стрелять по тебе. Давай. Надеюсь, что сейчас все будет нормально. Надеюсь. Ну вот ты у меня не вылетел, бро. Ты у меня не вылетел. Я не знаю, ребят, окей, что это давай такое. Еще разок. Давай попробуй вот отсюда. Ну-ка. Смотрите, ребят. Вот сейчас нормально, Мал. Ну? Да, просто мясо, братан, ты просто сгорел полностью, ё-моё, подожди, я не успею. Давай, перезарядка, бам, попал. Да, во, теперь у тебя нету, да, вот этих рассинхрончиков, теперь я попадаю. Во, отлично, ребят, ну-ка, давай, погнал, и... Да, ну не попадешь. Лови, попал. Прямое попадание, бро. Вот это да. Ну что ж, друзья, в принципе, Мал, я предлагаю на этом, вот ты вылетаешь, я попадаю, не попал, и предлагаю закончить сегодняшнюю серию. Ну что ж, друзья, напишите в комментариях, кто из нас Малом победил. Также, друзья, не забудьте подписаться на все наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а я напомню, что с вами были сегодня Овер и Мал. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока! Пока, чуваки!